Многие уже слышали о скандале с Бреттом Кавана. Пожалуй, больше всего в ней пострадало американское чувство справедливости. Политическая неразбериха отодвинула в сторону презумпцию невиновности, да и саму справедливость как таковую. Вопрос в том, получится ли загладить вред на завтрашнем заседании. Сегодня у нас в гостях человек, самоотверженно защищавший правосудие, даже в тех случаях, когда ему приходилось выступать против демократической партии, за которую он голосует. Профессор Алан Дершавиц, автор книги «The Case Against Impeaching Trump». И мы рады его приветствовать. Рады, что вы пришли, профессор. Спасибо. Так что же вы, как человек, защищавший правосудие, а не как избиратель демократической партии, ожидаете от завтрашнего заседания? Я бы хотел увидеть в действии величайший механизм правды, а именно перекрестный допрос. Однако я боюсь, что там не будет подходящих людей. Не похоже, что женщина, которую наняли специально для этого дела, имеет опыт в нем. Она прокурор. Прокуроры подают дела в суд, они защищают обвиняемых. Таким образом, у нее 20-летний стаж работы прокурором и нет опыта работы адвокатом. Именно поэтому я думаю, что она не самый подходящий человек для допроса Форд. Кроме того, перекрестный допрос должен состояться и по поводу нового заявления Майкла Авенати. А эти показания настолько слабые и жиденькие, что любой юрист, любой хороший адвокат сможет вывести их на чистую воду за 30 секунд. Подобные показания, где говорится: «Меня изнасиловали, но не он. Но он был там, он все видел, были свидетели, люди мне что-то сказали. Это случилось 10 раз. Я вернулась, я знала, что там насилуют, но вернулась на тусовку». Просто плевок в лицо закона. Подождите, позвольте, я вас прерву. Хорошо. Вот такого рода показания, которые вышли за границы и могут повлечь за собой профессиональные последствия, может ли на них повлиять ассоциация адвокатов, выдающая лицензии? Нет, не думаю, что они настолько перешли границы. Конечно, это, ну, очень слабые показания. Мне интересно, кто их писал и почему они не заполнили пробелы. Если были свидетели, их нужно назвать. Изнасиловал ли ее Кавана, как она говорит, или он просто был в комнате? Если там были групповые изнасилования, то почему никто не обратился в полицию? Это безобразные показания. И любой адвокат, который занимается перекрестным допросом, обязательно укажет на эти ошибки. Мол, здесь, здесь, здесь. Но похоже, что ей важно другое — попасть в новости. Это уже сделано. Может, она даст новые показания, может, нет. Если она это сделает, допрос для нее будет довольно жестким. Смотрите, что получается. Мы попали в среду, в которой социум заставляет нас не задавать вопросы по существу и не использовать логику, иначе давление станет настолько сильным, что страшно и подумать. И это ужасно. В телевизоре заявили, что адвокат должен быть девушкой, иначе это сексизм. Если адвокат мужчина, это сексизм. Похоже, для перекрестных допросов нам теперь нужен гендерно-нейтральный робот, иначе это сексизм. Это неразумно. Перекрестный допрос должен быть эффективным и жестким, но в то же время интеллигентным. Можно быть жестким и вежливым, но недостаточно напористым. Ставки тут слишком высоки. Жизнь человека, его репутация, карьера и семья, женщины, их права. В зале присутствуют граждане США, риск слишком большой. Слушайте, я не согласен с республиканцами по поводу голосования в пятницу. Я не согласен с тем, что не нужно продолжать делать проверку криминального прошлого. Нет причины ее отменять. Время не должно быть определяющим фактором, когда в суде вы лишаете человека всего. Определяющим фактором должна быть правда. Это голосование нельзя проводить до тех пор, пока не станет ясно, что именно произошло или не произошло. И не должно быть презумпции виновности. Не должно быть презумпции виновности? Нет. Жаль, что немногие думают так же. Вам должно быть сейчас нелегко. Профессор, огромное вам спасибо. И вам.